Всем привет! Я сегодня в хоум-центре делаю видео, что продается в хоум-центре, цены. Конечно, не все покажу, потому что очень много всего, очень много товара. Но хотя бы краткое представление попытаюсь передать цены, передать, что здесь продается, показать какой-то товар, который здесь можно найти. Так, продаются столы. Вот, например, стол стоит 1999 дирхам. А стулья стоят 349 дирхам. Ну, хорошие такие стулья, да? Хорошие. Интересно, где дешевле цены, здесь или в Икее? В Икее. Мне тоже кажется, что в Икее. Такой буфет 1800 дирхам. Ну, красиво все, конечно. И вон часы прикольные, глянь, с ложками и с вилками на кухне. 79 дирхам стоит. Когда есть ложка, а когда есть вилка. Да. Тоже разные штуки для кухни прикольные. Красивые вазы, вот красивые. 149-119 дирхам. Да, вот диван 6000 дирхам стоит. Кстати, вот, например, шторы. Сколько? 400 дирхам и 300 дирхам, да? А вот, кстати, прикольные такие в арабском стиле есть вещи, вазы разные. 149, 149, 179 дирхам, 199. Интересно, кто любит такой интерьер, можно купить. Бокалы по 59 дирхам. Вот такой вот набор ложки, вилки. 159 дирхам стоит. Лампадки, глянь, какие, 25 дирхам. Это ковры тоже. Вот, кстати, такие дорожки, эконом-вариант, 149-49 дирхам, 349. Ну, они, кстати, прикольные. Вот какие часы прикольные, смотри, в виде велосипеда, 89 дирхам стоит. Коврики, дорожки. Здесь отдел часов. Часы различные. Очень много. Есть даже... Смотри, тебе такой будильник нужен. Ну да, жди громко. Да. Побольше надо. В кастрюлю положить побольше. Не, интересные всякие часы продаются. Да. Часы мотоцикл. Часы мотоцикл 329 дирхам. Вот тоже. Смотри, всякие красивые. Такие старинные часы, знаешь, в кабинет. 329 дирхам стоит. Это картина, это декор для стен. Такие бесполезные штуки. Ну, декор. Декор. Чего ты хочешь? Чего были сборники? Вот смотри, какие картины различные. Смотри, какая картина декоративная, видишь? С украшениями. Ну, это, чтобы точно не, да, не потеряться во времени. 219 дирхам. Год знаешь, и день знаешь, температуру и время. Главное, что год известен. Зеркала какие красивые тоже. Смотри. О, Рома. Различные светильники.
красивые по 300 дирхам, 400 дирхам. Вот этот вот класс, мне вообще нравится. 199 дирхам, смотри, дерево какое красивое. Вообще светильники пошли, у нас здесь люстры отдел. Люстры есть тоже очень интересные. Вот, хороший, 500 дирхам. 500 дирхам, да. Такой поставить, да, хорошо? Торшер. Торшер. Она как вешалку его использует. Да. Вот тоже, смотри, очень много разных торшеров. 349 дирхам стоит. Угу. Там торшер надо купить. Торшерил. А вот смотри. Вот лампа классная. 800 дирхам. Да, 800 дирхам. Вот такая чисто в арабском стиле. Вот, кстати, тоже для соли, для перца. Там что-то уже это разбили. Где? Ну, там только что-то разбили. Тюбики. Прикольно. Соль, перец. 39 дирхам стоит. Тоже вот внизу красиво очень. По 49 дирхам. Я знаю. Китайские сковородки. 49 дирхам китайские сковородки. Если Китай. Ну, может, и сделаны в Китае. Они, ну, с азиатской ручкой. Вот написано здесь. Ну, да. Кастрюли различные тоже. Ну, это как горшочек. Да, не помню, кто Тунис или какой-то, или тунисская, или такая кухня. Они готовят в таких вот штуках. Подносы разные. Для десертов, смотри, какой. 179 дирхам. Или вот, смотри, тоже прикольная такая лестница. 99 дирхам. Некрасивые вещи. В прикольном цвете сделано, вообще так сразу на цвет обратила внимание, красиво. Вот наборы посуды, например, чай 219 дирхам, такой вот 119 тоже маленькие, 129, такие вверху 249, 199 дирхам. Это вот такой вот 99 дирхам набор. А вот такие для, видишь, для традиционного чая по 199 дирхам кофе, чая. Тоже вот такие наборы. Смотри, вот с таким вот чайничком, прикольно вообще. Вот этот весь набор стоит 199 дирхам, 200 дирхам вообще. Ну, плюс чайник 180, наверное. Это чайник отдельно, вон там чайник есть. Да? Да. А-а-а. А это отдельный чайник продается. 180-199 дирхам. И вот, вот внизу такие 139 дирхам чайнички. Это вот 219 в таком вот серебряном цвете. Вот тоже, видишь, традиционные чайнички по 199 дирхам стоят. Они... Да. Он как термос сделан, нет? Ну да, да. Как термос? Да. Ну прикольно.
А как он раскручивается? Так и раскручивается. Да, это как термос идет. Да, точно. Да, это как термос сделанный. Что прикольно, смотри. 199, 179 дирхам, вот 119. А бокалы есть по 69 дирхам наборы. Такие вот по 279, 299 дирхам. А стаканы 79 дирхам. Диспенсер для напитков 89 и 79 дирхам. Прикольный, да? Mm-hmm. А вот смотри какой. Это чашки, они цепляются и цепляются. Прикольно? Блин, 159 дирхам такая штука. Набор. Ну, правда, ну они пластиковые, такие для барбекю, видимо. Вот тоже стаканчики, это для чая, я так понимаю. Вот по 89 дирхам. Вот маленький по 79 дирхам, смотри. Да, для кавы. Видишь? Вот эти вот маленькие, это для кавы. Для чая местного. С травами. А, ну это такие большие сеты уже идут. 1300 дирхам, 600 дирхам. 649. Вот тоже стаканчики, это для чая, я так понимаю. Вот по 89 дирхам. Вот маленький по 79 дирхам, смотри. Да, для кавы. Видишь? Вот эти вот маленькие, это для кавы. Для чая местного. С травами. А, ну это такие большие сеты уже идут. 1300 дирхам, 600 дирхам, 649. Вот различные подносы продаются у нас. Тоже 129, 179 дирхам. И блестящие. Валян, смотри, какой прикольный наборчик. Да? Вот смотри. Огромный. Он реально огромный. Можно по отдельности покупать. Тогда будет, конечно, вот, например, 45 дирхам, 19, 29. Можно вот прям целую коллекцию купить. Все вместе. Тогда получается огромный набор. И вот тоже красивый набор, называется Beautiful Home. Такой стильный. Чашки по 10 дирхам, так примерно просто скажу. Можно самостоятельно выбрать, что нужно. Скатерти по 119, по 99 дирхам, по 79. Здесь вот для ванны различные приспособления продаются. Смотри, для этого, чтобы ванну поставил. Кстати. Ну, тут, кстати, есть цены, например, даже шторки для душа есть по 19 дирхам. Либо 15 даже дирхам. Вот 14 есть. 14, нет, это 69 стоит. 14 это вот это вот стоит. А, ну, это 114. Ну, там 15 есть. Ну, как бы есть, конечно, и дороже, есть 69 и 79, но в том плане, что на любой кошелек можно здесь купить. Тоже, кстати, можно их еще и потрогать, посмотреть, какого они качества. И палки можно потрогать. Ну да, и палки тоже, да, для душа. 29 дирхам стоит палка. А, да, кстати, вот, например, полотенце. Полотенце здесь довольно-таки хорошая цена. Самые маленькие 110 дирхам. Ну, как хорошие. По 99 дирхам большие, очень большие. Есть по 49 дирхам. Вернее, по 49 это 50 на 100. А по 99 это 70 на 140. И 149 это 90 на 150.
Они разных цветов есть, но цена одна и та же. Это я смотрела белые, но вот цвета здесь различные. А вот здесь вот еще продаются тоже такие интересные вещи для мыла, наборы ванные. Вот они 80, ну, в общем, здесь, конечно, цена на весь набор. Но если отдельно, то смотреть нужно. Например, что здесь посмотреть. Допустим, для вот такая вот для мыла стоит 45 дирхам. Так как, например, вот они отдельно продаются. Стаканчик вот такой 59 дирхам стоит. А вот еще вот такое в античном стиле, вот интереснее намного. И здесь, допустим, для мыла диспенсер стоит 49 дирхам. Для, есть даже для туалета вот такая вот щеточка 79 дирхам стоит. Корзина мусорная 99 дирхам. Для салфеток 69. Вот это интересный набор, такой красивый в античном стиле. Можно по отдельности купить все. Продаются даже вот такие вот халаты, тоже 319 дирхам ванные. Тоже античный стиль. Прикольно. А, есть, кстати, вот еще и дешевле полотенца. Например, маленький по 6 дирхам. Дирхам это 29. Ручное, да, я сказала, маленькие самые. Но сам факт, что там были по 10, это вот по 6. 29 побольше, 59 и самый большой 89 дирхам. Эти полотенца дешевле идут. Довольно-таки довольны этим магазином, потому что можно найти разные цены и дороже, и дешевле. Это радует. Здесь, кстати, очень прикольные вещи есть для детской комнаты. Очень красивые, даже постельное такое белье для детей есть. Например, вот простынь стоит 79 дирхам, либо для наволочка для подушки 25 дирхам. Одеяло есть такое тоже детское, 179 дирхам. В различных цветах есть, красиво выглядит. Ковры тоже есть, смотри, какие для детей детские. Ой, такой приятный вот этот вот, 229 дирхам стоит. Цветомузыка он. Это 179. А вот еще прикольные, смотри, какие тоже люстры для детей, для детских комнат. Даже есть вот такой вот, видишь, в виде глобуса лампа. 229 дирхам. Тоже опять-таки для детей различный декор продается. Часы. 39 дирхам маленькие, 35 дирхам. Такие вот боксы. Даже в ванну отдельные шторки есть детские по 49 дирхам. Тоже. А, вот, кстати, прикольные штуки, тоже освежители воздуха. Вот такие вот специальные лампы для увлажнитель воздуха, и в то же время он и является ароматизатором. 179 есть и 149 дирхам электрический. Специально вот есть наполнители, эссенции, которые можно туда добавлять. Вот таким вот образом он работает, освежает. Да, вот. А, ну, это очень полезная в этой стране вещь, увлажнитель воздуха. А вот смотри, LED-музыкальный аромадиффузор с Bluetooth-спикером. Вот он. Вот он такой вот. Вот он. Вот этот Bluetooth, 329 дирхам. Ну, хорошо пахнет, кстати. Бахуруч. Ну, это да, штатулка. 200 дирхам. Открыл, посмотрел на цену, закрыл. Вот еще есть такие прикольные статуэтки, декор. Жираф, верблюд. Пластик. Пора, подарок такой вот. Стоит такой подарок, сколько стоит он? Цены на нем нету. Я могу сказать, что верблюд стоит 149 дирхам. Есть еще лошадь, арабский скакун. Свечки на день рождения.
но торт. А вот здесь вот еще в хоум-центре есть вот такие вот отдельные комнаты, как с интерьером. То есть можно себе подобрать интерьер, либо подобрать какую-то отдельную мебель. Красиво сделанные все. Можно взять идеи, почерпнуть, как обустроить свой дом, вдохновиться дизайном. Вот такая красивая детская комната. А как бы, как по мне, хоум-центр довольно-таки приятным магазином оказался, с хорошими ценами. То есть есть и дешевле, есть и дороже, можно что-то найти, выбрать, товар сам красивый. То есть я думаю, что можно его посетить, цены примерно есть такие же, как в Икее, есть что-то дешевле, что-то дороже. Но, в общем, найти можно, мне кажется, на любой кошелек. Ну, у меня на сегодня все, всем пока, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии.